Я великий воин, сын даймио и суперкрутой ниндзя. Меня нужно бояться и почитать. Но однажды я посетил царство под названием Земля, где я вызвал на смертельную дуэль воина, известного как Леонардо. Я был побежден, и что еще хуже, унижен появлением своего отца, даймио, который обвинил меня в бесчестии и отправил домой. Мой отец старый погряз в устаревших традициях. Начали! Он считает, что воины должны драться только ради забавы и по официальным правилам турнира «Битва Нексуса». Его турнира. Я считаю, что добиться славы и победы можно только сражаясь до смерти. Поэтому я должен свергнуть с престола своего отца. И в то же время я должен поквитаться с Леонардо. Яд из моего дротика уже бежит по венам рептилии. Смерть Леонардо будет моей первой победой. Все должны склониться передо мной, как перед повелителем мультивселенной. Большая драка, часть третья. Леонардо-сан. Леон. Сын мой. Воин, что здесь произошло? Что-то ужасное. Автор сценария Марти Айзенберг. Он еле дышит. Воину срочно необходим целитель. Матч будет аннулирован до окончания тщательного расследования этого инцидента. Очень хорошо. Но я настаиваю, чтобы вы позволили мне сопроводить его в павильон целителя. А я настаиваю, чтобы ты убрал лапу от моего брата. Пожалуйста, я только хочу помочь Леонардо. Дон, все в порядке. Пойдем, целитель ждет. Они будут примером. Все должны бояться меня как повелителя мультивселенной. Мудрый, несравненный мастер-целитель. Этот достойный воин нуждается в твоем даре. Принесите его ко мне. Этот вулкан тронулся умом? Вулкан тронулся умом? Что этот целитель делает с Лео? Он сливается с духом твоего брата, чтобы определить точную природу его болезни. Мой сын! Ой, мой сын! Что здесь случилось? Он был отравлен, но источник яда неизвестен мне. Леонардо отравили? Что за изверг мог поступить так? Будьте уверены, сенсей Сплинтер, я лично найду того, кто пошел на такое зверство. Оставайся со своим братом, Донателло. Я скоро вернусь, я должен поговорить с даймио. Почему мой сын задерживается? В его записке было сказано, что это важное дело. Что это значит? Охрана!
рано! Следующие воины прошли в последний круг соревнования. Айя, измерение Греблиц. Зет, измерение Сенот Йенул. Рафаэль, третье измерение Земля. Ген, второе измерение Земля. Клах, измерение Левром. Микеланджело, третье измерение Земля. Дайскрайт, измерение Ибрик. Семь финалистов встретятся на арене пирамида ровно в один мегакваргон. Мегакваргон, это сколько? Достаточно долго, чтобы я вышел в финал, брат. Дай три. Лео и Донни, наверное, дубасят друг друга от досады, что они не прошли. Но я бы, конечно, не стал напоминать им об этом. Это недостойно. А я бы стал. А я тоже. Давай, найдем их. Даймио! Сплинтер! Сплинтер! Постарайся не разговаривать, друг. Я позову на помощь. Отойди от Дэймио. Немедленно! У нас нарушитель, мой повелитель. Подождите, вы ошибаетесь. Отец! Нет! Отнесите его в павильон целителя, немедленно! Мой отец доверял тебе, преступник. Он называл тебя другом, а ты предал его. Сплинтер! Слышите, он назвал имя убийцы. Бросить эту крысу в темницу! Мастер-целитель, нужна ваша немедленная помощь! На Даймио напали! Подождите, а как же Лео? Что я могу? Я инженер, а не врач. Даже не думай дотрагиваться до него! Пожалуйста, я только хочу осмотреть твоего брата. Я не причиню ему вреда. Давай, но я буду смотреть. Будь любезен, подержи его. Вот так. Я посмотрю. Что это? След от стрелы с растворимым ядом. Очень редкое оружие. Его почти невозможно обнаружить даже обученному целителю. Теперь, когда мы определили источник яда, я дам лекарство, которое может помочь. С твоего разрешения. Теперь нам остается только ждать. Дорогу! Идут финалисты битвы Нексуса! Правильно! Наслаждайтесь видом Микеланджело Великолепного, победителя нескольких великих воинов разных видов! Ты можешь помолчать? Эй, черепахи, не хотите поставить на меня в следующем круге? Я фаворит ставок 3-1. Отстань, носорог! Найди другого простака! Постой, а какие ставки на меня? У тебя мало шансов. 200-1. Мало шансов? Я должен принять в этом участие. Эй, Трав, одолжи мне деньжат. Забудь, брат. Займи свой рот другими делами, носорог. Как хотите, рептилии. О чем ты думаешь? 200-1! Мы можем сорвать куш! Скорее проиграть твой панцирь! Что? Ты не считаешь меня кандидатом? Ты считаешь меня ничтожеством? Слабаком? Простаком? Останови меня в любое время! Остановлю, когда буду не согласен с тобой! А теперь давай найдем Лео, Дона и Сплинтера!
Ладно, мы же не хотим, чтобы они пропустили мой невероятный триумф на битве Нексуса. Летает, как бабочка, жалит, как пчела. Кто эта черепашка? Ну, конечно, это я, а! Мне кажется, это универсальное выражение значит, сейчас я надеру тебе задницу. Да? А если бы ты не был такой ничтожной маленькой козявкой, я бы показал тебе, как дерется настоящий чемпион битвы Нексуса. Как можно сохранить спокойствие, когда тебе предъявляют такие серьезные обвинения? Я бы никогда не причинил вред Даймио, и ты это знаешь. Конечно, ведь это я приказал напасть на моего отца. Да, пока мы говорим, твой друг Даймио лежит в павильоне целителя. Ему недолго осталось. Твой сын Леонардо также лежит там, отравленный моей рукой. Мой отец заставил меня поклониться тебе и твоим сыновьям. Теперь вы будете кланяться мне, ибо теперь я Даймио. Ты никогда не заслужишь этот титул. Ты же не знаешь, что такое честь. Честь? При чем тут честь, маленькая крыса? Здесь дело во власти. Власть! Семясь! Драко! Да! Почем, что ты помнишь меня, как нога? Ты знаешь, там, откуда я родом, ничтожная маленькая козявка, и это комплимент. Мои братья постоянно меня так называют. Правда, Раф? Ничтожная маленькая козявка. Если тебе нужна моя помощь, то ты обратился не по адресу, Майки. Внимание, внимание. Скоро начнется финальный этап турнира битвы Нексуса. Достойные воины, добро пожаловать на финальный этап турнира битвы Нексуса. Прежде чем мы начнем, все соперники будут выбираться путем случайной жеребьевки. Однако, после дисквалификации у нас осталось нечетное количество кандидатов. Следовательно, нечетный воин автоматически переходит на следующий уровень. Это точно будешь ты, Майки. Знаешь поговорку? Дуракам везет. Удачи, приятель! Пусть победит сильнейший! Слабаки! Рука быстрее глаза! Мне это понравится! Только ради этого стоило попасть сюда! Да, я прохожу в полуфинал. Вам надо было ставить на меня, пока была возможность, дураки. Подождите, я передумал. Я хочу драться с Фиолетовым, парни. Ты же не поддашься мне, как мастер Сплинтер, а? А я думаю, это зачнет. Именно меня, не тебя, а меня, и тебя, а меня! Ладно,
Сейчас ты просто поскользнулся. Ты можешь закрыть свой рот! А что, моя болтовня отвлекает тебя? Я тебе мешаю? Не даю собраться? Мешаю сконцентрироваться, да? И, наверное, действую тебе на нервы. Или, может, ты немного переживаешь, что я могу побить тебя, а? Да! А, не могу поверить! Что произошло? Майки побил меня! Он в финальной четверке, а я вылетаю! А что если... Что если Майки действительно выиграет? Что, если он станет чемпионом битвы Нексуса? Он никогда не даст мне забыть об этом, и я не смогу жить с этим! Неудача жесткая, госпожа, мой друг. Траксимус! Не хочешь утопить свои печали в саразианском жидком протеиновом комплексе? Я угощаю, Рафаэль. У меня так и не было шанса нормально поблагодарить тебя и твоих братьев. За что? За мою свободу. Тогда на арене на родине трицератонов, из-за шумихи, которая поднялась, когда ты и твои братья похитили верховного правителя, мне удалось сбежать. Гладиаторский мир трицератонов был полным кошмаром. Боюсь, все стало еще хуже. Федерация и Трицератонская республика обострили бессмысленную войну до безумных пределов. Многие погибли в результате бессмысленного конфликта. Я приехал сюда в надежде найти добровольцев, готовых помочь мне свергнуть Трицератонскую республику и коррумпированную власть верховного правителя. Хотя, похоже, даже на битве Нексуса не обходится без коррупции. Я слышал, что на жизнь Даймио покушалась какая-то трусливая крыса-убийца. Ты сказал крыса? Говорят, его зовут Свитер или Сплинтер. Сплинтер? Это мой сенсей, и он точно не убийца. А что еще ты слышал? Только что его поймали за руку и посадили за решетку в местную темницу. Не может быть! Это, наверное, подстава! Я вытащу его оттуда! Рафаэль, это опрометчивый, безрассудный и крайне опасный поступок. Можешь на меня рассчитывать. Что ты делаешь? Нам приказали оборвать жизнь Даймио. Мы это и сделаем. Но мы обставим все так, как будто черепашки закончили работу, начатую их учителем. Будь осторожен, Донателло-сан. Мне уже приходилось сталкиваться с этими убийцами. Они очень искусные и опасные. Можешь повторить снова? Хорошо. Они очень искусные и опасные. Очень. Кажется, это принадлежит моему другу, Усаги. Кажется, это твое, Донателло. Почему вы напали на Даймио? На кого вы работаете? Ha!
Тише, Усай. Мы не получим информацию, если они будут холодными трупами. Мои извинения, Донателло-сан. А теперь отвечай, кому ты служишь, убийца! Или познай гнев моего меча! Усаги, тебе не кажется, что он знает что-то, чего не знаем мы? Донателло, у меня чувство, что нам придется драться не на жизнь, а на смерть! Продолжение следует!